Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла рукколы. Масло рукколы известно немногим, но те, кто знакомы со свойствами этой полезнейшей травы, непременно захотят им воспользоваться, чтобы обогатить свою косметику. Руккола – салатная трава, у которой съедобны и листья, и стебли, и стручки с семенами. Из этих семян холодным отжимом добывают масло. Рукколу употребляли и выращивали еще в Древнем Риме, и также, как лаванде, приписывали свойства афродизиака. Косметологи используют это масло для укрепления волос и ухода за кожей. Свойства масла рукколы в косметике таковы. Шикарное масло комплексного воздействия. Питает кожу активами, жирными кислотами, антиоксидантами. Улучшает кислородное питание кожи и повышает гемоглобин. Очищает кожу благодаря наличию дубильных веществ. Противостоит кожным заболеваниям, оказывает антиоксидантное действие, помогает коже восстановить утраченные функции. Очень ценно масло для волос, восстанавливает и укрепляет локоны. Маслом рукколы можно смазывать все волосы за час до купания, особенно их кончики. Применения масла рукколы таковы: крема, сыворотки, флюиды анти-эйдж, сыворотки от дряблости кожи, питательные составы, крема для проблемной кожи, тоники, лосьоны, бальзамы для тела, маски для волос, гели для бритья, гели и мыло для купания, массажные смеси, шампуни, гели, натуральное мыло. Вот такой бутылочке мы отправляем масло рукколы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!